have ways of blowing things up. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! И сегодня мы с вами в бесконечных мирах Роблокса. Это проект Лазар. И, честно говоря, мы раньше в него не играли. Вот видите, у меня первый уровень и ноль всего и всякое такое. На самом деле нам понравились оценки и нам понравилось количество людей, которые здесь играют. Сейчас начнется новая каточка, мы с вами заодно посмотрим, заценим. То, что я знаю, тут что-то связано с мертвечиной, с зомбаками и всякое такое. Сейчас посмотрим, что от нас требуется. Я так понимаю, что какого-то рода выживалка, но она активная или пассивная. Мы сможем бороться с зомби или... Все, боремся с зомби. Да, мы сможем бороться. Нам сразу сходу дали оружие, поэтому да. Кстати, раунд 1. Fight. У нас нету режима от третьего лица, только от первого лица. Я только что попробовал как-то что-то изменить. Я купил себе новый пистолетик, я купил себе новое оружие. У меня денег нет. Я хотел купить себе. А, нет, у меня есть Почему деньги. Почему я купил себе пистолет? Блин, вот я винтовку себе купил. Это скорострельный пистолет? Да, скорострельный пистолет. Минуточку, винтовку. Зачем я купил винтовку? У нее типа больше дамага? Да. Это самое сильное оружие для начала. Она большая. Да блин, кто дверь закрывает? Блин, а это же пистолет, амуницию придется докупать, она не бесконечная. О, я тут этих буду ваншотать пока что. А, о, прикольно, если ты укрепляешь баррикаду, тебе за это платят, типа, деньги. Так что бегаем, укрепляем баррикады заодно. Дайте мне хоть одного зомби убить. Нажмите F, чтобы выразить уважение. Press F to pay respect. Какого? Да где вы? Что-то рычит где-то, погоди. На. Я хочу поубивать. А, погоди, дверь открыть стоит 750 стоит. Кто-то где-то рычит. Потому что это в другой комнате. Во-во-во-во-во, током не может ударить? Случайно. Так. Че это у них дофигища зомби, а у нас ни одного? Я не знаю, кстати, как открыть дверь, если че. Ее никак не открыть. А, сначала должна быть активирована энергия. Так, блин, впусти нас! Чувак 32 уровня. Я тоже хочу кого-то замочить. Да, у них зомбики. О, а тут есть это. Говядина. А, это у нас с увилмагом, да? Пистолет, понятно. Нет. Я, кстати, купил пистолет с увилмаг. Да? Да. О, раунд, выжили за раунд, дали 50-очку нам дали. О, музон какой-то начал играть. Что-то прям, да, музончик. Да, как будто мы что-то сделали, но мы ничего не сделали. Откройте нам двери, мы зайти хотим. Так, тут... О, зомби! Да-да-да, появилась парочка. Отойди. Нет. Я вообще-то тоже хочу поубивать зомби. Шотец. Здравствуйте. О, я буду стрелять по чужим зомби. Там и ёпресс это. Да, я убил чужого зомби. Тут только два окна. Ого! Зомби к нам попали каким-то образом. Они разрушили баррикаду. Где? Я такой стою, и тут ко мне подходит зомбак с такой: здравствуйте, добрый вечер. Есть компания Reflame. Да-да-да, они обычно так и поступают. Что это было? Я пугаюсь из-за этого музона, мне страшно. Музон типа для крутых парней. Нет. А, кстати, мы скоро сможем дверь открыть. Походу. Потому что надо 750, у меня 730. Мне надо буквально немножечко еще. У меня 810. Какую дверь открывать? Эту? Давай я ее открою, все, я открою нам дверь. Открыл? Да. Ну пойдем. Если тут что, как след... раз должна быть ППшка. Ты хочешь ППшку? Да, тут... Ой. Блин, ну ребятки, у вас и отрыжка, если что. Это тут что-то дорогое. Ох ты! Двоих одним выстрелом, красиво. Или зомби. Нет? Зомби!
ты где? Ты тут? Или ты там? Или ты где? А, тут еще и наверх можно за 1000 пробраться. Кстати, я смогу открыть потом наверх, если что. Все, у меня уже есть я ключи, лично если зомби убиваю. Кого, где? Ну вот, я убиваю зомби. А, ты здесь? Да. Я убил много зомби. Зомби, зомби, зомби. Зомби, 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 зомби. А, прыгать мы не можем. Я только сейчас это вдруг обнаружил. Прыжка у нас нет. Че, пойдем дальше, не пойдем? Я не знаю. Пойдем, иди сюда. Я застрою баррикаду. Я пошел на второй этаж. О, я с тобой, я с тобой. Тут ну, можно их сверху крыть. Мы можем сверху расстреливать. Вон походу, они. Походу, мы можем с ними быть скоро. Ой, нет, не можем. Сколько? А, тут нельзя пройти. А, стоп, там сказано, нужно о! Сначала включить переключатель. Где? Вот, ты включил? У нас вот переключатель, я его не могу включить. Так, Паумас. А, так нет, это тоже сказано, что нужно сначала активировать энергию. Где мы можем активировать энергию? Минуточку, сколько эта дверь стоит? 750. У меня полтос остался. Я не смогу это сейчас сделать. Так, мне нужно убивать зомби. Пойдем. Та-дам, там, та-дам. А, ты тут всех добил уже, чувак. Блин, как нам ему сказать, что в чате придется писать, как нам ему сказать, что, мол, нам надо бы дверь открыть? Зомби! Зомби! Где? Они меня чуть не убили! Они сломали баррикаду! Я сверху! Помоги! Ты сверху? Да! Иду. Тут просто снизу тоже ломились. Готов? Нет? Я их кое-как отбил. Кое-какер. Я. Это очень тяжело. Я куплю ППшку. Ты ППшку купил? Да, я купил ППшку. Кабу. Кабу. Ого! Кабу. Вот тут они сломали. Трое уже шли ко мне. Так, надо быстренько залатать это все. Мне нужно спасти моего тиммейта. Где? Вон, он умирает. Ох ты ж! Уже бегу. Не-не-не, норм, мы справились. Тут просто баррикада сломана. Слушай, тут походу электричество активировали. Тут работают автоматы с Кока-Колой. О, кто-то активировал электричество. О, тут есть эта кассета, прикольно. Знаешь, то, что мы теперь можем пробраться к тем ребятам снизу? Скорее всего, тут есть дробаш! 1500, вы не офигели! Есть штурмовая винтовка. Баррикады, баррикады снизу сломали, все баррикады. Слушай, тут открылось, вот, переключатель. Тут открылось что? Где переключатель? Вот, ну, угу. Можно открыть штуку и объединиться с теми ребятами за 1000. У меня есть 830. Нет, я пока могу не получится. Не я так понял, что это кто первый доберется до, ой, тут тоже баррикады есть. Кто первый доберется до выключателя и первые добрались именно наши с нашей стороны. О, тут кто-то купил дверь за 1к. О, я хочу сменить книжку на загадку. У чувака попался дигл, дигл, дигл. Дигл, дигл. У меня есть штука. Чё тут? Моя очередь. Доктор! Доктор Пеппер! О, тут тоже баррикада сломана. А! Чёрт тебя! Да блин, у меня денег не хватает, чтобы открыть ящик. Я тоже хочу. Я хочу штурмовую винтовку. Ящички. Интересно, как она работает. Так. Ой, они так мычат, как коровы иногда, мне кажется, такие звуки издают. Да, появился дробаш, появилась штурмовая винтовка. Баррикада разломана. Я чиню. Хожу тут, пытаюсь починить это все. Интересно, кстати... О, здравствуйте. О, да-да, меня убили! Помощь нужна. Да, нужна, их тут дофига. Меня нужно воскресить, скорее. Да блин, не двигайся! Видишь, я тебя лечу. Теперь увидел. Фух. Подкрались ко мне. Сзади. Просто тут восстанавливал баррикаду и... Где мои... Где загадочный ящик? Где загадка? Я пошел, покупать себе автоматическую винтовку. Мне нужна мистер Загадка. Ты не хочешь автомат купить? Да мне... Какой нужен автомат вообще? Автомат фигня равно. Мне нужен ящичек. Где загадочный ящик? Не знаю, так, я купил себе штурмовуху. Посмотрим, как это все пойдет.
Так, а что? Что нам надо сделать? Ящик. Как вы могли? А, тут есть еще одна штурмовая винтовка. Ну, похоже, по цене моя немножечко покруче, потому что моя 1500. А, есть ППшка. О-о-о. Да ну вас! Они сломали ящик. Они убили Кенни! Кто-то ящик активировал. Все, я иду к ящику. Ящик святой. Я не знаю, погоди. Так, тут никого нет. Да блин, что за дура вообще тут? Да блин, иди. Тут никого нет. Блин, откуда они тогда прорываются? Ходишь, смотришь, вроде все нормально. Бах, сзади тебя 10 человек появляется. Ну, о, вот тут проломились. О, да. Все, я открываю ящик, я открываю бокс. Загадочный бокс. АВП! Да. А-а-а! У него, АВП! У него скелет есть! У меня АВП! У него скелеты есть! Бум-бум! У меня АВП, все. Блин, я их простреливаю, у них есть это кишки, скелеты, все дела, прикольно. Смотри, у меня АВП. Поздравляю. Вон, гаси дальних, я пойду тут перекрою. Плюшка! Убил? Кто карпентер? Где? Я взял карпентер. Там карпентер. Так, они там где-то прорвались, значит нужно... И ты залатал дырку тут? Я взял штуку, которая залатала абсолютно все дырки. А, это был типа бонус, потому что это прозвучало как что-то очень плохое, что с нами случилось. Инстакилл, хорошо. О, это обрез есть. О, там загадочный ящик. Где? Так, срочно вниз. Загадочный ящик. Зомби! Я тебя не вижу, где? Я стреляю вплотную зомби, они не умирают, у меня АВП. Ты сверху, снизу, где? Я сверху. Так, иду. Чувак мне помог. Все. Фух, вижу. Блин, как же неудобно. Может, ты не будешь ходить с АВП? Нет, ты знаешь, насколько это дорогая штука? Дорогие штуки классные. Ну ладно, я... Выпить сидр? Зачем? Я больше не хочу ходить с АВП. Зачем я выпил сидр? Сидр? Там за 2000 можно было выпить сидр. Ты знаешь ли, что он безалкогольный? А? Ты знаешь ли, что он безалкогольный? Ну, есть разные сидры. Я надеюсь, что это было реально безалкогольный. А куда ты идешь, блин? Штука, лазерная штука. Да какой мне дигл, блин, нужен? Да ну этот дигл. Да ну нафиг. Я потратил 950 денег ради какого-то дигла. Так а зачем? Ты же видел, что ты покупаешь. Да, как бы это загадочный ящик. А, знаешь? Ты не видел, что ты покупаешь. Зомби! Мы вроде как тащим пока что. Какого фига зомби так больно бьют? Да-да-да, они, кстати, очень такие... Мы что, в хард-режиме? Да вроде нет. Баррикада. Ты забрал мои деньги. Может, ты забрал мои деньги? Ты забрал мои деньги, ты строил баррикады. На купюрах не было написано, что они твои. Так. Воу! Тварина! Откуда ты вылез? Да блин, умрите! Да. Так, стоп, значит тут где-то должен быть магаз, чтобы можно было патрончики прикупить или что? Да. Ты знаешь ты, что когда ты подходишь к своему оружию, ты можешь купить для него патроны. Минус. Опа! О, я себе автоматом пополнил оружие. Просто за убийство. Так, пока что я тут держу коридор, но, блин, тут две баррикады проломлено. У нее лазерная пушка. Есть! Я это до второго уровня добрался. Я Грут. В смысле, Крут. У нее пулемет, лазерная пушка. Маленький да мальчик. Да ну ее, нашел все, я пулемет. Не играю с ней. Больше в деревне. И тут проломились, никто не живет. Где? О, у что-то него они... ВП. А? Чуваку ВПшка попалась. Теперь он. Да что-то я не хочу эти секретные ящички брать, не знаю. Мне... Это загадочные ящички, они секретные. Какой... Загадочно-секретные. Подходишь, и они тебе все загадят, потому что они загадочные. Блин,
Блин, открой хотя бы один загадочный ящик. Мне хорошо с моим оружием. Мне не приходится в панике убегать от других. Ты знаешь, ты что-то можешь дофигища пушек носить. Например, я знаю, что я могу поменять на пистолет. Вот, но... Загадочный ящик, я иду к тебе. Но тяжелое никакие оружие я вижу только одно. Загадочный ящик, ты топчик, ты лучше элита. Так. Кто пустил зомби на нижний этаж? Их тут дофигища, как бы. Ах ты, тварь. Ты впустил зомби. Тварь. Так. Кстати, ну не знаю, мне нравится моя винтовка сейчас. Ёпперасоте, сколько их тут? Они меня зажали! Зомби! Вали! Вали! Блин! Поднимай меня! Да не стреляй в них, они на тебя отвлекаются. Зомби! Кабум. Ну, фу, блин, их реально было много. Кто забрал мой загадочный ящик? Покажите мне его. Я не знаю, но в этот раз зомби было прям реально много, и у меня почти что закончились патроны, это отвратительно. Надо пойти пополниться. Я чуть не умер. Я теперь понял, какой дурак постоянно не прикрывал первый этаж. Я уже два раза слился, в смысле, ты чуть не умер. Так, раунд затащено. Тут есть? Хочу оружие, это патроны купить. Один раз мне патроны достали. Загадочный ящик. Да на здоровье. Загадка. Так. Мьюлкик, это чё? Не знаю. Нет, какой-то. Да ну зомби, нет! Моя пушка! Да! Есть? Нормально? О, да! Скорострельная штука! Ты взял скорострельное что-то? Да. О, да! Ты погляди на эту красавицу! Ты погляди на эту пушку! Ты что, не видишь мою пушку? Я перезаряжаюсь и... Что это? Ра-та-та-та! Ой, кажется, она очень нечеткая, если не прицеливаться. Да, все автоматические пушки такие. Минуточку! Я только починил, убрал руки, блин, от этих досок. Что за люди? Знаешь, ты что, вроде как сейчас должна быть дофигища зомби. О, тут можно купить нюк и пол. Стоп, это сетрой. Так, мы сейчас будем чисто, по-моему, на боеприпасы работать. Уйди от меня! Как вы ломаете, если я вам руки отстреливаю? О, Макс Эму, спасибо. Я тут только эти две двери держу, они постоянно ломают и залазят, ломают и залазят. А, вот еще, кстати. Здравствуйте. Что означает мейл-кик? Погоди. Загадочный ящик. Загадочный ящик. Я сейчас потрачу все свои деньги ради загадочного ящика. Не надо, не делай этого. Во имя загадочного ящика. Так, пока вроде идет неплохо на самом деле. А вы опять тут проломились? Ну что за люди, а? А, ну ладно, вы уже-то бывшие люди. Я потратил все деньги ради загадочного ящика. И как? Ох, К-47! А так он есть тут. Он бесплатный. Чё, рили? Ну не бесплатный, но он на стенке висит. Стоп, вот там... где? Вот покажи мне вот этот холодильник. Ты где? Иди сюда. Да я иду к тебе. Вот сколько он стоит? Вот он. Это не калашников. АН-94, ну это типа калашников. У меня АК-47, это АН-94. То же самое. Shut up and take my money. Ты погляди, у них раскраска другая. Раскраска другая. О-о-о-о-о, уйди от меня. О, дай-ка я привалю всех своим калашников. Дай-ка им... Что-то там сзади шумит, погоди. Ой, да это снизу, зомби пропали. А, пойдем вниз. Слушай, а почему, когда я стреляю в зомби вплотную, он не умирает? Что-то такое ощущение, что он прямо где-то здесь. А, ну потому что он здесь.
Там какая-то красная кнопка, может стоит ее нажать? Да кто оборону? Кто, блин, защитил первый этаж? Покажите мне этого человека. Ну, потому что нас не хватает людей на все это, потому зомби то здесь, то там пробираются. А мне как... Ах ты, мерзавка. Вон окно полностью на распашку. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. На втором этаже никого нет. Кабум, хорошо. О, загадочный ящик, загадочный ящик. А, блин, это же дебил он. Он сказал загадочному ящику прощай. Так, осторожно, осторожно. Тут где-то... Кто там что гасит? Загадочный ящик. О, их через два! Загадочный ящик. Дабл поинты есть. Дайте мне людей. О! Ах ты ж, блин! Ёлки! Кстати, это 10-я волна, знаешь? Да, я вижу. Ну-ка, ну-ка, что мне выпадет? Что мне выпадет? А, это не мне выпадет. Черт, я тут вообще один, вообще-то, на втором этаже. Тут ко мне лезут. Ну-ка, double damage. Инстакил! О, это круто, это убийство одной пулькой. Мне надо боеприпасы срочно, у меня заканчиваются боеприпасы, я пошел заряжусь. Да, да, да. Ну-ка, что это? Что мне попадется? Что мне попадется? Где моя пушка? Моя пушка здесь. Это... СКС. Есть, хорошо. Это... Это СКС-ка? Да, это СКС! Топовая штука! На самом деле неплохо, если это так. А я тут резко вспомню то, что СКС и это я потратил... Я только прибил эту доску, ну... Ну что, дураки, что ли? Знаешь, только-только прибил, сразу же подходишь... Вау! Подходит помочь, и начинает помогу, ломать. Помогу, уже иду помогать. Так, кому ну я вроде помочь? Пока что справился. Это кто, это зомби? Нет, нет, все норм. Поучаствую, вышел загадочный ящик. Где они вообще выпадают? Да вон, загадочный ящик, и за мной пошли. Давай, давай. Я дам тебе удачи, вот и погляди, людям падают пистолеты. Вот это? Да. Спасибо, пистолеты. Погоди, стой! Мне только что выпал там очень классная штука, он называется СКС. Открой, пожалуйста, ну, ты должен это сделать, ты не хочешь открывать загадочные ящики. Ну вот, ты пропустил свою удачу, и теперь парень закрыл загадочный ящик. А, то есть он каждый раз появляется в разных местах, этот ящик? Да. Я тебя понял. Так, вали. Ищем. Да не приколывай эти штуки. Нам как раз нужны зомби. С них больше штук появляется. Вроде как на какую-то кнопку. Так за это тоже водить. Деньги выдают за приколывание этих штук. На Ви можно ножиком бить. На Ви. Ой-ой-ой, больно. Я больше не буду вас убивать. Интересно, каким образом я одновременно прибивал доски и убивал... Я слышу тебя, загадочный ящик, я уверен. Я сейчас молюсь ящику. Так, призрака надо поднимать. Ящик сейчас, он каким-то образом, мой мозг, что-то... Да, пулемет! Маленький мальчик нашел пулемет. Помогите! Где? Я снизу! А, все, меня спасли. Я думал, не тебя надо спасать. О, это 11-я волна. Ага. АВПшка, бери, бери! Бери! На F нажми! Да я не хочу! Стоп, это не твоя. Это не моя, да. Давай, открывай. У тебя дофигища денег. Давай. Нажимай на F, на F. Это моё сейчас будет? Не ты открыл. Это не я открыл. Так, давай, я буду... Так, теперь ты можешь открыть. Я держу этого чувака на расстоянии. Открыл? Да. Тебе выпало К-47, бери. Супер косая штука. Воу-воу-воу. Она, кстати, сильная. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот 12-я волна. Я хотел сказать, я пошел наверх. Никуда я, блин, уже не пошел. Уже иду наверх. Дайте мне расчистить всю комнату. Стоп, а где патроны на него где брать зомби, буду? Блин?
Где я патроны там, буду на эту штуку брать? Там, где ты мне показывал, где этот калашник 47, там и бери патроны, понял? Черт! Он перезаряжается 3 года. Моя штука еще больше перезаряжается, знаешь, она сильная. Не знаю, где-то мне... баррикады ломают, снизу, первый этаж, баррикады, 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 бури, бури. На каком языке я это говорю? Не знаю. Баррикада. Я тут под... Блин, чуть не убил меня, тварина! Я такой оборачиваюсь, он ко мне лапы тянет. О, великий ящик, где же ты? Да, дабл поинтс, хорошо. Да. О, это аук. Мне выпал аук. Блин, а классная штука. Аук должен быть классной штукой. Нет! Это не там покупаются патроны. Я только что поменял свое оружие на АК. Но на вот эту штуку. Серьезно? Да. Где патроны покупаются? Я пошел верну свою автоматическую винтовку. Мне не нравится эта вещь. Короче, я похожу с вот этим вот. По крайней мере, он перезаряжается побыстрее, хоть что-то полезное. У меня он. Поздравляю. Минуточку, зомби стали живучими? Да. Ты что, не знал, что ли? Нет. Они ваншатаются в голову. Ой, блин, у меня 9 пардонов. Пардон. У меня 9 пардонов. Пардонов. Уйди от меня! О, я хочу убить. Блин! Тут жопа! Где, блин? Я иду туда. Тут полная жопа! Я не могу перезарядиться, потому что я бегаю на спринте. Я защищаю первый этаж, понял? А меня кто будет защищать? Да кому ты нужен? Нам нужен первый этаж, и нам нужен зомби. Они меня зажали! Где? Я не хочу идти! Это было глупо. Зомби! 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 Блин! Где тут я? Две штуки, две штуки осталось, но отбейте от них. Блин, я сейчас сольюсь. Стреляй, стреляй, стреляй. Стреляю. Подними. Да, поднимай. Сзади. Давай скорее, пока кабум. Поднимаю. Черт побери. А ты говоришь, дырки не латай. У меня очень мало жизни. У меня тоже, если что. Ща, пойду за медичкой. Тут есть? Да. Я просто... Где? Сейчас, бегу, бегу. Вот это их здесь! Сейчас я их отстрелю, погоди. Они откусили мне ногу. Моя нога. Я вижу белый свет. Иду. Ух, там сзади чувак помог. А где? Чувак? Ну, он мне помог отстрелить их всех, у меня бы не получилось. Давай, хоть как-то баррикады лутай, поглотаем. Лутай, я пока. О, тут рубильник. Ну, это он и был изначально, до которого надо было добраться. Просто мы шли с одной стороны, а другая команда с другой стороны. Погоди, ходим вместе. Стало уже слишком опасно. Ты где? Я погоди. Я хочу купить топрут. Давай. Офис мне на эти 2000. А! Я чувствую прилив сил. Че, реально? Залатывай. Кабум. Кабум. Я чувствую прилив сил. Где же вы все? Где все зомбики? Дайте мне еще что-то. Зомбики. Дайте мне попить еще чего-то. Мне очень понравился этот напиток. Сколько стой, говорю, года? Не уходи далеко. Сейчас уже... Да тут. Я рядом с человеком с пулеметом. Да, у этого человека пулемет. Мне безопасно. Я чувствую загадочный ящик, но я не хочу уже загадочным ящиком быть. Он мне что-то как-то не... Правильно.
Я ваншотую зомби теперь, знаешь. Потому что инстакилл, это бонус вот этот сейчас временный. Инстакилл, имеется в виду, что ты с первого раза убиваешь любую зомбу. Как бы у меня дофигища пуль с одного выстрела, знаешь. Давай латаем все эти дырки, пока они не прилезли. Да блин! Что? Достали зомбики уже, дурацкие, ну что вас? Зачем ты? В первом этаже жопа. Иду. Хьюстон, у нас проблемы. Тут пытаюсь второй этаж хоть как-то держать, они лезут. Да они везде лезут. Я, блин, ничего нормально не могу сделать. Короче, Спидокола. Так, спид, спаси меня. Баррикады хоть немножечко их сдерживают. Беги, они за нами. Так давай их убьем. Видишь, как я быстро их убиваю? Так. Да перезарядись, каждый раз, когда спринтуешь, перезарядка отменяется, как бы это логично. О, я взял баф, который все двери делает так, чтобы они, ну ты понял. О, еще атомная бомба. Неплохо. Блин, я хочу попробовать мюлькик. Ну, я слышу, что мюлькик это очень хороший напиток, я хочу его съесть. Мне нужно всего лишь какие-то 2000. Даже, ну, 2000, у тебя что, денег что ли нету? Да. У меня 14 000, я не знаю, куда их девать. Загадочный ящик. Закаточный, а, ты все там слил. Вот тут кто-то в спальню лез, явно зомби хотели отдохнуть. О, тут... А, ну да, это винтовка, собственно, которую я и покупал. Я хотел сказать... Сзади! Дофигищи! О, баб! О, да, максимум! О, это что? Ты с чем ходишь? Я хожу с штукой, которая... О, я как раз купил. У меня 0 монет. Сзади! Дофига! Нет! Мои бафы! Мои бафы! Так, все, меня зажали уже прям... Мои бафы! Мои бедные бафы! Ты что, вдох? Когда я хотел попить баф, то... Блин! Че это такие люди? Почему они нас не спасают? Они пытаются, наверное. О, привет! Я вижу белый свет! Классно, что зомби нас сейчас полностью игнорят. О, инстакилл! Так, ребят, на самом деле могли бы и спасти, если что. Они бегут за нами. Они бегут за мной. Это было близко. Блин, я же профукал все свои деньги на бафы. Я попил нюхоколу, я попил зитро. Попил столько всякого. Что-то мне кажется, пора переходить на дробаш, потому что автоматическая винтовка становится малоэффективна. О, джингернаут. Джингернаут. Я хочу попить. Да ёлки! Зараза, палки! Где палки? Ёлки! Дай палку! Мне нужна палка, мне нужен хороший меч, это лучший нож. О, спасибо! Так, все, серьезно я тебе говорю, держимся вместе, потому что сейчас начинается уже... Ой, да тут женщина с пулеметом, это все, что нам нужно. Если бы у нее был пулемет в ноге, это было бы все, что нам нужно, это просто женщина с пулеметом. Зачем нам пулемет в ноге? Если же... Ты просто не понимаешь, если у женщины пулемет в ноге, то все, прям с ней надо оставаться. Да, типа она может летать. Так, дайте мне... Блин, патроны! Блин, загадочный ящик, у меня же пушек нету. У меня говно пушки, у меня патронов нету ни на что. Черт, да, дробаш! Черт с ним, дробаш! У меня закончились патроны на единственную нормальную пушку. В смысле? Пушку. Дробаш не ваншотит! Вы не офигели, блин? Что здесь... Что здесь происходит? Я
ему руку отстрелил. Ну класс. Теперь он не сможет съесть сэндвич, но он сможет съесть меня! Нет! Я уже бегу. Короче, дробаш бесполезная штука. А я бегу. Блин, меня роняли уже раза 4, наверное, за раунд, да, получается? Тут месиво как бы. Ты знаешь, я к тебе через такую жопу прибил. Верю. Сзади. А теперь беги. Теперь беги. Я не могу шифтовать, иначе я не заряжусь. Беги. Бегу. Беги. Беги к женщине с пулеметом. О! О, загадочный ящик. Мне срочно нужна пушка. Давай, я пока... Да перезаряди! Блин, я шифтанул и не перезарядил. Вот это было обидно сейчас. Интересно, это да, я открыл или нет? Это ты сейчас открыл, знаешь? Дайте мне что-то. Пофиг, давайте, попробуем. Да. Ну-ка, а что так патронов мало? Пожалуйста. О, тут баррикада. Да, блин! Я потратил 950 денег, мне выпала красная карта, и теперь я закрыл ящик. У меня нету денег. Дайте я выпью джиггернауты. Дайте мне потратить эти лишние 200-500. Это все, что мне надо. Надо поднимать чувака, блин. Ай. Да заряди ты, ёлки-палки. У меня нету патронов ни на чём. Знаешь? Мне срочно нужна пушка. Хабум, есть. Да, патроны позаканчивались нафиг. Мне срочно нужна пушка. Так, нам интересно, того чувака спасли, не спасли? О, загадочная штука. Вроде спасли. Блин, у чувака лазерная. Ёлки, я тут один остался, я не хочу тут оставаться один. Они уже лезут. Ну-ка. Они уже лезут. Ну-ка, пожалуйста, лишь бы мне попалось что-то хорошее. Мне бы не попалось бы Джокер. Пожалуйста, не попади в Джокер. Я не люблю Джокера. Это плохой... О, да, дробовик! Кабу. Это скорострельный дробовик. Живой? Нет! Иду. Стараюсь, по крайней мере. У меня тут бесконечная волна практически. Да сдохни! Спаси! Иду! Нет, меня уже спасли! Стой, иду! Зомбиков! Зомби! Почему они со мной? Потому что ты вкусный? Блин, меня зажали! Я не хотел все это есть мороженого! Я! Дайте инстакил! Спасите! Блин, ну я им с пистолетом ничего не сделаю! Спасите меня! Ты живой, нет? Нет! Нет, я тоже не живой! Уже трое лежат, блин, у нас два чувака на карте живых остались. И ползи дальше, не ползи туда! Крысь, сдрысь, кыш, брысь, уйди! Стой! Давай посмотрим вместе на нашу смерть. Блин, ну реально никто не придет. Да, ладно. Ножик. Не. 17 волн. О, я тебя зарубил. Видишь, я тебя первее убил. Я тебе втыкнул ножик. Итак, 17 волн. Но можно наблюдать, поскольку у нас остались еще... Кто у нас остался? Призрачка осталась и остался The Brain. Осталось двое. Сейчас Призрачка. Не спасла нас. Как ты могла? Не, ну она вообще-то тут занята, если что. Хотя у нее классная пушка. Знаешь, что красная пушка — это самая лучшая пушка в этой игре? Ну, видимо, да. Ее потихонечку коцают, но она отбивается нормально. Она ваншотит всех зомби. Угу.
Так, на самом деле мы сколько? Мы втроем, вчетвером сколько сдохло народу? Трое или четверо? О, что? Каточка. Нет, мы вернулись каточка. Сюда же? Да. Почему? О, мои деньги остались. И мои? А, мы волну пережили. Фу ты, блин. Типа, если мы бы не пережили волну, мы вот как это работает. Крутяк. Мы бы сдохли, я к солодущей. Блин, а у меня только пистолет? Ну же, попадись мне что-то хорошее. Да ну, дурацкая желтая! Попил, блин, за гернауты. У меня только пистолет был. Блин, этого джиггернаута дурацкого. Так, я пойду возьму себе пушку. Да блин, призрачка, спасай! Призрачка, ты не видишь, что нам помощь нужна? Они я тут пока что с Брейном пытаюсь отбиваться. У меня тут призрачку, серьезно, ее ногнули? Сзади жопы. Да? Спереди то же самое. Да? Да. Тебе так кажется? Да. Тут все очень опасно. Блин, спасите. Что-то зомбаки стали непробиваемые. Спасите! Выпил. Ой, это... У меня нету денег на джиггернаут. Я спасу вас! Давай. Как-никак, но я хочу вас спасти. Бедные парни. Я не могу вас спасти, тут ради призрака. Так, тебя нужно поднимать, бегу. Знаешь, нас тут как бы трое нужно поднимать, да? Блин. Вот это паровоз тут! Я по ступенькам. Вот это тут знаешь, паровоз! Мы снизу нас один паровозик. Не-не-не, короче, все, меня тут зажали капитально. Там... Ты босса еще не видел, это вообще... Тут есть босс? Да. То есть мы тупо не дошли до него? Да. Босс вроде как должен быть на 20-й волне, что ли. Ой, карпентер сработал. Пушка, спаси нас! Спаси не. Своего призрака! Да. Да, ну что, я сдох. Да? Да. Прощай, жестокие зомби. О, к вам надвигается еще один паровозик. Спасибо. Я не могу переползти через... О, меня поднимают. Почему призрачка тебя поднимают? Потому что у нее была возможность. Вот, за вами нагоняется паровозик. Он большой паровозик. Мне нужны патроны! Там очень сильно большой паровозик. Черт! Двигается. Дабл поинт! Перезаряди! Пожалуйста, переживите это. Мне надо перезарядиться, но я не могу, меня тупо не пускают. Черт! И на пистолете закончились патроны. На всем закончились патроны. Блин, их тут двое осталось, да? Пусть да, остался они Брейн и призрачка. Переживут эту... Поднимайся! Брейн, кстати. Меня! Вот я! Если я патроны! Выжил, если я бы выжил, я бы тебя поднимал. Но нет. Я не добрался до тебя просто. Блин, дурацкий паровозик. Зомбячий паровозик. Есть! Да! Раунд затащен. Так, где загадочная штука? Загадочный ящик. А, блин, не показал. Черт! Я думал, что все, здравствуй, это ну, Новый я год. Я тогда выпью джиггернаута, должно быть очень вкусно. Ой, он... Надо бы, кстати... Он на вкус как кетчуп. О, кстати, у меня дополнительные ты жизни. Ты называешь его кетчуп. У меня дополнительные жизни, когда я попил джиггернаута. Круто. Знаешь, я как бы ничем их не могу валить, знаешь? Сзади. Помогите! Я просто чувствую, что они там где-то сзади. Ёпара СТ, сколько вас там? Не уйди, убери свои лапы от меня! Зомби, отстань. Зомби такой. Зомби тупорылый. Черт, перезарядка. Вы тут отстреливаете? Я к вам еще привез. Ребята, я вам...
Ты не береги. Слушайте, я к вам приведу. Там много зомби, окей, да? Дайте мне бензопилу какую-нибудь. Смелочку дай, чтобы выстрелить бензопилой. А? Смелочку дай, чтобы... Ой, кабум, наконец-то, спасибо. Срочно за патронами. Свали, нафиг, я за патронами иду. Зомби! Я где-то слышу. Зомби! Замыло! И там и на парнишелец! И на парнишелец! Здравствуйте! Спаси! Там, спасаю! Там целый какой-то зеленый на парнишелец! Да? Ты где? Так как бы вот я на первый этаж бегу. Не надо, не надо, не. Да, блин, что я их снял поделать? С тебя! Тут единственная штука, которая мне. Да блин. Черт, мне что-то не нравится, как эта штука ржет. Что-то мне не нравится, у меня тут есть проблема. Есть, Карпентер, спасибо, сработало вовремя. Блин, я тут один. У меня проблемка. Какая? У меня денег нету. И у меня один пистолетик жалкий. Иди быстро, что-то где-то. Мне. Блин! Черт, их тут полно, я валю отсюда! Я не могу найти пушек! Ой, блин, зря я к тебе пошел. Help! Сзади, ребята! Help! Help me! Help! Ааа! Там зомби! Ой, блин, а что это взять тогда? Ну что ты не сдох-то? Оно не помогает! Оно не ваншотит их! Черт, меня сейчас убьют! Дробовик! Фальшивка, а не дробовик! Он не ваншотит! Мне. Так, мне, пожалуйста, мне. Лишь бы вам не попался Джоки, мне сильно нужна пушка. Тут, по-моему, тоже сейчас будут, да? Ну-ка. Здравствуйте. Есть! Затащено. Патроны, срочно! Я вообще без патронов. Я не успею, да, блин, добежать? Да-да, а, черт. Да блин, дайте мне 20-я нормально волна. Попытаться. Ну вот дайте мне нормально. Да блин, да ну, Брайан дурацкий, призрак. За Брайан и призрак я не могу ничего себе позволить. Ух. Они, блин, в голову не ваншотятся в плане да, из дробовика. Да, я знаю. Я за тобой паровозик притащил. Зачем? Нет, они все ко мне пошли, ты что наделал-то вообще? Да я сам бежал от них. Дурацкий ты, призрак, однако. Я просто я ненавижу тебя. Вот дари, что ты. Ну, не наконец-то. Бейте меня вообще-то! Да блин, призрак, ты дурацкий! Дайте мне нормально уже хоть что-то сделать! Нормально! Дайте мне нормально открыть так, ящик! Кого убили? А, он на первом этаже там проводит. Блин. Инстаграм, инстакилл. Да, ладно. Пушки будут? А если найду? Да блин, дайте мне открыть! Обойдишься. У меня один пистолетик, и у вас все есть! А, вот, бери пистолетик. Блин, вот знаете, у вас куча пушек, у вас все есть. У меня один так жалкий и, пистолет. Иди латай, блин, окна, зарабатывай себе деньги. Просто, знаешь, дайте мне кикнуть призрака. Я хочу, чтобы вы его кикнули. Дайте мне нормально уже открыть ящик. Вы мне не даете ничего сделать. Да, я вообще ничего не делаю. Я бедный парень без оружия, за которым гонится зомби, кучка зомби. Зомби вообще-то и у меня, блин, отбирают оружие. Мы тебя прикрываем, пока ты лутаешься, если что. Какого фига ты, дурацкий призрак, блин, забираешь у меня все постоянно. На. Блин, патроны. Наконец-то я могу нормально открыть ящик. Да! Я сделал это! Я смог открыть ящик! Если у меня сейчас выходит карта, я офигеть как сильно забью. Перезаряди! Пожалуйста! Я бегу быстрее. На помощь!
Я иду на помощь, я бегу к вам. Я иду на помощь. Что ты получил? Я бегу к вам. Я получил, ну вот, видишь, я получил, или что это такое, я не знаю. Он сейчас... Ух ты ж, нифига, что тут пришло? Я... О, Нико. Оу, я слеп. Да, F2000. Вечер лазер. Нет, но очень крутая пушенция. Блин, где я потом на нее буду патроны брать? Ну вот это вот обидно на самом деле. Получаешь хорошую... Давай. Я хочу открыть мистери бокс. Ты там прям как заяц тарабанишь по кнопкам. Это слышно, по-моему, аж на другой стороне галактики. Так. Давай, ну же, дайте мне открыть этот вкусненький ящик. Гнужик, он лучше морковки. Да, я открыл его. Так, лишь бы мне не попалась красная карта, пожалуйста. А почему красная карта? Дигл! Дигл! Дигл, да! Мне попался Дигл! Ух, он, кстати, хорошенько бьет. Затащили раунд, это была последняя зомбака. Знаешь, у меня 70 жизней. Или меньше. Я не знаю, сколько... Как определить, сколько у меня жизней? Я не знаю. Смотри, какой так, у меня... Так, я не знаю, ты там что-то говорил про босса, но... У меня но... АУС. У меня УАЗ. УАЗ. Да, у меня, понимаешь, у меня САС. Это так лично звучит. Так, я 4-й левел набил, хорошо. САС. Блин, хорошая штука. Очень хорошая штука. Патронов мало, но штука хорошая. Я тут сейчас... Высажу все что-то патроны на у меня на плохо. Паровозик, я где? Встречу тебя. Ну, он маленький паровозик из 3 зомби. Из 3 это не паровозик, паровозик это 15. Теперь паровозик. Теперь реально паровозик. Беги! Все, иди сюда. Там призрак у помощи нужна, но не помогаю ему, он постоянно отбирает у нас лут. Если мы... Ты их убивать будешь, нет? Да блин, у меня дигл, у меня на УМАЗ нет патронов. Блин, у меня последняя обойма. О, эму пополнили. Красиво. Блин, как бы сзади не подошли. Нет, офигеть, как меня убили моментальнейше просто. Я помогаю. И пусть меня бьет зомби. Я помогаю, я хороший человек. О, сзади паровозик, походу. Ёлки-палки! Неплохо так накрошили. Фига себе, я так хорошо. Беги! Бежать некуда! А! На первый этаж живо! Ёлки-палки! Я только что получил спасите полные патроны, и моментально же они у меня закончились, потому... Спасите! Я иду спасать призрачка! Призрачка! Давай, живи! Живи, призрак! Так, куда я пошел с 13 патронами? Черт, нет. Беги на первый этаж! У меня патронов нету! Спаси призрачку! Нет, а она умерла! Ты живой, нет? Нет. Блин, я еще живой, походу, но, блин, у меня помощи жизни, знаешь. Так, дабл поинт, ой, иду к тебе. Подумал. Знаешь, тут паровозик был. И это плохо. Живи, знаешь, блин, мне зараза. Мне бы нужна была помощь, если бы не ходили зомби. И, кстати, я могу стрелять с автомата. Да, почему? О, все, здравствуйте. Помогите! Блин, я на самом деле просто рефлекторно нажимаю шифтануть. Вот. И из-за этого у меня сбивается перезарядка. Из-за того, что сбивается перезарядка, собственно, я становлюсь бесполезным куском биомассы. Откуда ты чё меня пинаешь? Ты не офигел? Откуда у тебя 30 тысяч? А? Откуда у тебя 30 тысяч? Потому что, не знаю, просто есть. У меня дофига денег, я убиваю дофига зомби. У кого-то вообще 50 тысяч. Интересно, вот сейчас реально из пистолета убить зомбака? Вот. Нет. Ой, я кабум. Я пробовал, это нельзя сделать. Сколько, знаешь, народу осталось? Слежу. Остался только Брейн, что ли? Да. Стоп. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Остался только Брейн.
Кстати, у него лазерная пушка, у него есть ограниченный шанс выжить. Фух, ну меня смели, да. Брейн, брейн. Интересно, как сейчас посмотрим. Так, давайте понаблюдаем за единственным оставшимся. Да, переключиться ни на кого невозможно. Но его прям давят. Хотя он пока справляется, его прям давят. Мне, кстати, отправился мой паровозик. Блин, вот там вот зомбаков... Меня... В смысле, у тебя патроны закончились? Ты шутишь? Знаешь, походу... Да! Он смог! Есть! Затащил. Блин, а у меня пушки нет. Ёпэ, РСТ, у меня нет пушки. Пушка какая-то нормальная. Где 22-я волна. Так, быстро наверх, быстро к нашей... Я пошутил! Нет, вы не можете меня убить прямо здесь! Я еще так молод! В общем-то, походу, пистолетик вообще не убил зомби. Я не стреляю в голову, у него убьют 4 обоим. Там Чернобыль, помощь нужна. Сколько в тебя по обойме на это, на одного зомбака? Ох ты ж, ёшки-матрёшки, здравствуйте, спасите! Приехали. Спасите, помогите. Они стали еще и быстрее, вы нормальные. Да? Стоп, нет, ты живой. Да, призрачку подняли! Беги, бежим! А-а-а! Валим! Куда? Не в ту сторону валим! Меня затоптали! Нет! Спасите! Я хочу жить! Да блин, меня затоптали просто на месте. Я даже не успел не перезарядиться, ничего сделать. Все, призрачку тоже затоптали. Я хочу жить. Я слишком молод, чтобы стать зомбей. Так, остался Брейн, остался ты. В принципе, нас только четверо, нас же больше вроде начинал. Что, другие ребята повыходили, что ли? Вот что интересно. Иди сюда! Убей его и... Возьми пушки со стенки! А взял дробаш! Он их не валит! Он не валит их! Он не валит их! О! Вали их, блядь! Бежать! Тут началось такое! Ай, мы выжили 22 раунда. Видимо, Брейна тоже завалили, потому что это был такой трешак сейчас. Ух. Я посрался. Знаешь, я, наверное, даже поверю в это. Ой, ладно, ребятки, вот такие побегушки от зомби у нас сегодня получились. 4 уровня мы подняли, кстати. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.